понимание, что такое, ну, просветление, то есть я как бы, если меня спросит мой товарищ, допустим, что это за термин, мне кажется, что я смогу объяснить, потому что я, ну, вот, верю в свое это знание. А что такое просветленный, я, ну, не могу понять, я с этим термином не сталкивался, то есть мне непонятно, что это такое. Это тот, кто понял, осознал бесконечность или что, то есть как понять, что такое просветленный, чем просветленный отличается от просветленного? Очень хороший вопрос, кстати. Я, кстати, тоже думаю над этим вопросом. Почему? Потому что можно говорить очень много, чем отличается. Во-первых, ну вот что сейчас, ну, поскольку я не стесняюсь говорить, что просветление случилось, но, как говорят адвайтисты, я с этим согласен, что нет того, с кем случается просветление. Потому что тот, с кем мы себя раньше отождествляли, эго, персону, он на самом деле никогда не существовал. То есть это просто идея. Вот смотрите, кто вы? Ну, то есть вопрос, который требует ответа. Да. Ну, это метафизический вопрос, сложный, можно по-разному не говорить. Это не метафизический вопрос, это просто вопрос, кто вы? Ну, кто ты? Ну, давай, можно на перейти, чтобы было более ближе? Кто ты? Ну, значит, я человек, который человек сознания. Человек. Что такое человек? Человек это же понятие. Термин, да. Термин. Смотри, то есть ты сейчас себя отождествляешь с термином. Ты говоришь, я человек. Термин. Нет, ну можно по-разному ответить на этот вопрос. Я часть, ты часть там, Вселенной, бесконечности. Хорошо, часть. Ты часть Вселенной. Вот это вот. Предложение «я часть Вселенной» — это тоже идея. Я понимаю, да. Ну, просто я ее не оспаривал, эту идею, а но тут нет концепта. Я говорю о том, что ты себя всегда отождествляешь с идеями. А идея, вот она идея сейчас есть, и потом ее нету. Она как вот облака. Идея. Она же есть, пока ты ее думаешь. Как только ты ее не думаешь, она исчезает. Идея. Поэтому смотри. Но ты продолжаешь жить, и мы все живем в спячем состоянии, когда мы не пробуждены, веря в то, что мы в то, с какими идеями мы о себе отождествлены. Ну, там, допустим, я врач, там, я хороший человек, я там. Ну, я понимаю. Да? Но этого в реальности, вот то, с чем мы себя отождествляем, это просто идея, это ну, просто так принято. А кто ты на самом деле, ты не знаешь. Это мы над этим и работаем, правильно? То есть понять, кто да. Это. Да, вот тот, кто просветлел, он знает, кто он. И он очень четко видит реальное и нереальное. Реальное – это то, что не меняется. То, что всегда есть. Он держится, да, он живет в этом, он держится в этом. Все остальное, то, что движется, то, что изменяется, это нереальное. Он видит это, воспринимает это, но не придает этому особого значения. Потому что все остальное, движущееся, оно приходит и уходит. Оно всегда в постоянном изменении. Поэтому такого человека невозможно расстроить. Ну вот он не может страдать. Почему? Потому что он всегда в абсолютном покое. И он отождествлен с этим абсолютным покоем. Но при этом он одновременно живет в проявленном мире. И воспринимая проявленный мир, он не вовлекается вот, в течение этого проявленного мира. То есть все происходит вот точно так же. Мы вот
вот я слышал, как Женчик говорила в прошлом году, эту квартиру зашел сюда Паришка. И она говорит, о, ужасная картина здесь была. Я воспринимал это по-другому. Для меня это была игра сознания. То есть для меня это был, ну, такой хороший бардачок. Мне было интересно сходить и написать заявление в милицию, посмотреть, как они там работают, в каких условиях. И в конечном итоге мне было интересно встретиться с этим человеком, который, понимаете, мышей мы же не видим, а тут бац, такой сюрприз. Его поймали и привели на очную ставку, там что-то это. И я смог посмотреть ему в глаза. У него такие голубые невинные глаза. Я бы его на улице встретил, я бы никогда не сказал, что он, ну, какой-то, что он редиска, да, он называется там в квартире. Но причем мне хотелось поблагодарить его то, что, знаете, в квартире абсолютно ничего не было сломано. Причем он все-таки профессионально открыл двери как-то так минимально, с минимальным ущербом. Ну, единственное, что вот украли видеокамеру Жемчуг, поэтому для нее это было ужасно. А я удивился, что абсолютно ничего не взяли. Я вот как-то еще переживал, что там билеты у меня, билеты, паспорта заграничные, ну, вот эти карточки тоже. Телевизор. И, ну, что вот эта просто процедура делать там, ну, в принципе, пока я ехал, я и это отпустил. Я приезжаю, и у меня было столько сюрпризов. Я в этой куче, о, билет нашел, о, паспорт нашел, о, это есть, о, это. И вот то, что камеру-то мы сразу не обнаружили, что ее, это где-то через неделю, Жемчуг пришла за камерой, говорит, ну, типа, дай камеру. А я такой, а камеру? Вот пошел в то место, где она. А говорю, а камеры нет. Камеру, вот что украли. Да, то есть. Ну, и я еще тогда сказал, Женчик, что почему-то тебя затронуло. Ты, по-моему, не открыл ее, да, тогда?